Зайдя на американский сервер, Хазбик и Абдурозик еще даже и не представляли, что их будет ждать, пока они не встретили клановых игроков. И сказать, что нам было тяжело, ничего не сказать. Присаживайтесь поудобнее, сегодня я расскажу, как превратить жизнь клановых игроков в ад. Тут будет действительно эпичнейший контент, поэтому скиньтесь по лайкосику, и Папа Чиз будет очень доволен. И комментики оставлять не забывайте. Сейчас вы видите злого Хазбика, а этот бот ему не поставил лайки, понимаете? И ему пришлось его наказать. Ты поставь лайк, иначе с тобой будет то же самое. Ну а история, как обычно, начиналась с пляжа. У меня не было абсолютно ничего, только камень, факел и тиммейт Абдурозик, то есть Шарк, с которым мы должны были встретиться. А пунктом встречи был этот склад. И пока Абдурозик бежал ко мне, я переработал ресурсики, чтобы мы могли скрафтить себе лук. Ну а сейчас небольшая рекламка. Ну а спонсор данного ролика — сайт RustBet, где ты можешь поднять скинчики, если к этому подойти с умом. Здесь есть различные режимчики, выбирай тот, который тебе больше всего понравится. Ссылочки на этот сайт будут в описании. А по моему промокодику ты получишь халявные полбакса. Я на Q18, я вижу, как челик тут строит дом. Я вот думаю, убить его или нет. Увидев, как какой-то челик отстраивает домик, я решил наведаться к нему в гости, попутно я скрафтил себе лучок. Он замок только что поставил, прикинь, на шкаф и печку. А у тебя есть что-нибудь? У меня есть лук и чирки. Уничтожаю! Он вообще не выкупает, что происходит, чувак, я его наказал. Что, у него там есть что-то? Блин, он шкаф залочил. Как нам шкаф разбить теперь? Здорово. Ты чё тут сделал? Уничтожил фундамент. У меня есть немного скрапа, можно реально чирками сейчас это вынести. Пока Шарк бегал, закупал гранаты, чтобы переработать их на порох, я вовсю уже выдалбливал этот шкафчик. Почему у меня никогда не стреляет чирка с первого патрона? О, и шкафчик мы долбили не зря. Там были ценные ресурсики, которые нам точно бы понадобились. Мы собрались идти строить домик. И я попутно подметил одну интересную клановую базу, где стоял коптер. Ну, у них электричества нету. Ну, ты знаешь, что это означает, да? Это означает халявный коптер. Дроп падает, смотри наверх. А, он на дом. Он на дом, да? Походу на дом. Фиг его знает, мы можем потравить. Мы решили рискнуть и попробовать отжать этот дропчик, так как там можно было выбить первую пушку. Я забрал МПшку. Хорошо, уходи. Вот здесь сверху двое. Вправо, вправо уходи. Вправо уходи. Убил. Хорошо, там еще один есть. О, да-да-да, слышишь, убивай, они с ресами, чувак. Я убил типа залутанного. Господи, а куда нам девать это все? Сейчас все будет. Пять хитов ему дал, он умер. О! Что? Не зря его полутал. Он тоже забит ресами. Сразу после такого удачного старта мы решили отстроить домик, прям неподалеку от этого места. Вот здесь прям, слушай, посмотри, между двух камней. Давай. Так, вход у нас вот здесь. Все, с кайфом. Домик есть, все застроено, и у нас, посмотри, сколько ресов еще остается. Я даже после такой удачи поверил в себя и решил поднять скрабчика, но я его слил. Сотка ушла. В мир иной. Ну а после я побежал искать фермеров и наткнулся на один очень интересный домик, который только отстраивался. Ой, нет, тут три типа, слышишь, они строят новый дом. Они тут дом строят большой. Он соломенный или как? Снаружи полностью соломенный, юбку отстраивают. Тут гаражка стоит. Бинты выкинуты. Но они в дом зашли. Я понимал, что это мой шанс что-нибудь выбить и познакомиться с клановыми геймерами. Поэтому я решил их дождаться. Открывает. Так, так, так.
Плюс калаш. Сзади, сзади, сзади дома, сзади дома, чувак. Убил еще, убил, 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 убил. Сзади, сзади, сзади дома тебя сейчас будет пушить. В чем? Я умер, чувак, я умер. Я тоже, меня за стену положили. Их оказалось там немножечко больше, чем я ожидал. Но меня это ни капли не расстраивало, ведь я понимал, что я приду к ним еще разочек. Но в теории, мы можем сейчас подсидеть кого-то из них, у них же второй дом есть. У меня тип... В этот момент у меня немножечко пригорело, так как зажигательный патрон в упор не сваншотил. Но вы ж меня знаете, я так просто не сдаюсь, поэтому я схватил пайп и вернулся еще разочек. У меня появился план перехвата. Они носили лут с маленького домика в новенький, и поэтому я нашел самое подходящее место, чтобы кого-нибудь из них дождаться. О, великий пайп. Пожалуйста, я верю в тебя. Хоть один раз в жизни. Можно вот сделать так, чтобы вот как у ютуберов на видосах, вот чтобы они подбегали и с пайпа ваншотили, знаешь, вот щирки ваншотили там каменными патронами калашистов. Вот я немногого прошу, один раз с картечью ваншотнуть кого-то. Ваншот! Ты с пайпа вырубил? Плюс калаш и топ-сет. Лол. Ты несёшь? Я говорил то, что это сработает. Спасибо, пайп. Спасибо. Ну, видишь, ты красиво попросил, красиво дали. Челик сидит, он крадется, слышишь? Этот жук крадется. Им явно не хотелось отдавать этот топ-сет, и они решили проследить за мной, но я от них удрал. А по пути домой я решил немножечко постучать камушков, чтобы обустроить наш домик и заправить печки. Ну, Бура-то, конечно, спасибо ему большое за это. Понимаю. Кстати, вот этот чел, которого ты убил в оранжевых штанах, это он последний был. Смотри, сколько металла принес. Понимаю. А потом мы побежали искать фармил, которые пофармят за нас. Я походу сейчас умру. Меня убили. Понял. Чувак, не беги сюда, тут их трое или четверо. Хорошо, я убегаю со всем ультом в этот. Да, я слышу их. Сами того не подозревая, мы убили фермера, который был с той самой базы, где я отжал калашик. И они выбежали на нас целой толпой. Я взял свой счастливый пайп и решил проследить за этими клановыми геймерами. И узнать их планы. С базукой. С базукой он. Третий сейчас будет выходить. Третий вышел. Четвертый выходит, чел. Я хочу посмотреть, что они будут рейдить. А рейдить они собрались эту небольшую кибиточку. Они сломали пристройку, и здесь нам ловить было абсолютно нечего, поэтому мы решили побежать и выбить какую-нибудь пушечку. Они подалеку от нас как раз скинули дропчик. Бра. Убил типа, который дроп залутал. Хорош. Томпсон. Два Томпсона. И гаражка. Ой, хорошо. Четыре патрона у меня в ревике было всего. Я ему дал башку и два хита, и он откис. Два Томпсона плюс. Блин, там тип с Томпсоном. Я прям горю желанием его убить, но и понимаю то, что если не засейвлю, то будет грустно. Я решил не отпускать тот замес и спрятал основные пушечки в смолстэшек и вернулся на тот файт. Убил. Хорош. В доме встал. У меня куча пушек. Я текаю. Убил еще. Так, ты можешь взять топор, дерево настучать. Я кильнусь, залутаю с молсташек. А ты где? А, да, да, давай. Я домой добежал, сейчас нафармлю. Два путника, Хазбик и Абдурозик, не забывали о том доме, где можно было угнать коптер. Поэтому они скрафтили лестницы и отправились туда. Так, сейчас мастер лестниц поставит лестнинку. Красиво. Давай. Тут турели нет. Это хорошо. Конечно нет.
Ох, как сочно выглядит территория, вау. Так, а есть ли нам вообще смысл сюда лезть? Да, две лестницы ставь и все. В МВК крыша. Не, магазинчик, к сожалению, пустой. А так жаль. А так хотелось. Надо посмотреть, может там дверь какая открыта. Нет, закрыто все. О-о-о, смотри, чел бежит. О, давай на коптер за ним. Давай. Да, это Бимш. Не уверен. Это его дом, да? Это его дом, прикинь. Неподалеку от нас начался бомжерейд с очельками, и мы решили туда наведаться. Они коптер забрали. Что делают? Улетают. Я сейчас посмотрю, до рейдера они или нет. Ну, они мало с очели кидали. Так. Они вряд ли дорейдили. Да, они не дорейдили. Тут печки плавят. Можем подождать. Я в лутовой какой-то. Тут пусто. Они очень много, походу, отсюда забрали. Либо они сейчас на коптере переносить будут, слышишь? У меня серы есть немного. Тут гаражка закрыта. У них бункер тут. Это же бункер или нет? И людей, желающих пролутать этот домик, было очень много. Минусанул двоих. Апирили, let's go! Они же голые, да? В доме мы ничего не нашли, мы решили пробахать рейд кибитку, но там, к сожалению, тоже ничего не было. Тут ничего нет, да? Угу. И очередной раз, пробегая возле этих клан геймеров, я увидел то, что работают большие печки, которые мы сразу решили залутать. Слушай, ну у них большие печи, плавит сера, посмотри, там сера лежит на большой. Можем попробовать. Нам хотя бы, чтобы один перелез, и мы смогли унести. Я могу прямо сейчас перелезть. Не, подожди, давай я лестницу принесу. Либо фармят, либо, я не знаю, может на аутпост полетели закупаться. Может они нефтянку чистят. По мне стреляют, собственно. Я не знаю, это он или не он. Стрелял по базе этот тип. Убил его. Хорош. Он фул. Это, походу, челик с этой базы. Фул камень, фул металл, я не знаю. Иди кильнись в бандитке. Я камень не забирал. Вышел на крышу. С калашом. Бежать до дома у меня было далеко, а печки пролутать я хотел, поэтому я решил спрятать ящички в камень и вернуться к той самой базе. Убил. Он стоит, тебя целит. На крыше один. Я могу подбайтить его, слышишь, типа камень бью. По тебе? С крыши он выходить не собирался, поэтому у меня появился план, как его подбайтить. Я скинул кирку Шарку, и тот побежал делать вид, что он фермер. Может даже антирад нацепить. Беги туда, типа, и направо. Голый выбежал и идет лутать, прикинь. Спрыгнул, он уже вот... Сейчас он будет голый? Выходить. Да, голый. Пускай лутает. Он залутал и побежал в другую сторону? У меня чел встал вот здесь со спальника, они тебя чекают. Я запрыгнул. Открываю двери. Ты можешь инфу дать где они? Сказать, да? На крыше. Тебя чекает. Вот меня убил. Убил? Одного, да. Он меня убил, да? Дерьмо какое-то, реально. На этом сервере у меня был пинг 150, поэтому иногда приходилось откисать. Скрафтив лестницы, мы решили полностью подготовленными сгонять и обворовать у них печки.
Сейчас выйдет на крышу. Прыгает, прыгает на крышу. Вышел. На тебя смотрит. Вроде должен упасть. Нет, не упал. Упал. Хорошо. Ты жив? Да. Еще один выходит. Их там двое. Ты жив? Нет, мне вторая голова прилетела, делаем. Одного, один минус. Меня сзади пушат. Один там, где... Там, где ты. Убил. Хорошо. Еще в упоре бежит с пайпом. Сзади меня. Я упал. Хорошо. Ты умер? Нет, я живой. Меня лутать идут. Сзади. В этот момент я точно решил, что накажу этих ребят. Мы скрафтили снова лестницы, я взял беретку и двушку и вернулся к этой самой базе. А стреляешь их? Ну они могут тебя, понял, прям слева выйти. Я быстро строю и прыгаю. Я скажу тебе. 3 секунды. Я запрыгаю. На крыше двое. Калаш убил. Томсца, но 3 хита дал и умер. Я умер. А, калаш лежит. Ты можешь ставить лесенки и врываться на ушки. Убил. Хорош, 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 хорош. Я бегу за своей берданкой. У него антихед сломан полностью. Я забрал калаш. Хорошо. Это он стреляет. Один на крышу вылез с фонариком. Тебя чекает. Дал башку ему. Он жив? Один открыл дверь. На крыше жив? Да, да, живой, живой, прыгает, тебя чекает. Левее, левее, чизи. Убил. Хорошо, и у тебя питончик. Он на колючках сидит. На колючках сидит. Убил. Хорошо. Все, я больше не вижу. Я всех убил, брат. Тут калаши. Хорошо, я бегу, я бегу. Один зашел, один стоит. Один стоит перед дверью. Открыл дверь. Закрыл дверь. Я могу тебя просто кинуть. Блин, через крышу лут. Он за шкафом за этим бегает. Слева, слева. А, справа уже. Да, он пробежал. Убил одного. Я сейчас просто пристрою, через крышу тебе накидаю лут. Через колючки. Давай, быстрее. Пробуй. Нет, вот взял. Выключил одного. На, держи. Не лутается, еще. Не лутается вообще? Ну, давай еще раз попробуем. Я могу тут продержаться, ты можешь мне лестницы скрафтить. Я не скрафчу лестницу, у нас нету. Попробуй еще покидай. Я кажется, нашел пиксель. Дерево нужно. Мне просто нужно дерево, брат. Убил калашиста. Убил еще раз. Вот так, смотри. Сзади тебе бежит. Ты тут сможешь забрать, я уверен. Да, я забираю. Держи. Он говорит, что я читер, держи. Понял. Ты можешь куда-то спрятать это, слышишь, смоустэши? Если да, есть. Да. Я сейчас металл полутаю, тебе перекину. Я до бандиточки, наверное. Или не, я там. У меня есть стэши здесь. А, ты можешь мне в щели это поперекидывать, я смогу забрать. Вот я прям тебе их кинул, смотри. Да, я вижу, вот это вот. Я могу тебя тоже калаш скинуть и спрыгнуть туда. Открывает гаражки, я наверх. Не достаю, я не достаю. Ладно, иди, иди. Я бегу. Изи лут! И вот вы можете сказать, что я токсик, но вы просто вспомните, что они делали, когда они меня положили. Тут еще ящики. 4 сачели забрал! Хорошо. Ты дверь можешь пройти? Но...
там гараж какой. Короче, просто жди, жди их. Ловить на этой территории уже было нечего, и нам уже стало скучно, они перестали выходить на крышу и носить нам пушки, поэтому мы приняли решение пробахать дверь на улицу и свалить отсюда. Минус дверь. Раз. Да. Убил его. Отлично. Thanks for farm, bitch. Easy loot. Goodbye. Какова вероятность, что они поставят турели? Большая. Но на этот момент турели нас волновали меньше всего. Давай, вот здесь сейчас Сишка лежит. И Бим же бежит. О, Си... Чё? Сишка-калаш. Где этот вот калаш это? Раньше был? О. Один минус, там второй ему башку разбил. Я живой. Минус. Хорошо. Потом я пофармил немного дерева, и наконец-то мы поставили дома печки. Ну а после мы решили наведаться к нашим соседям, которые плавили что-то в больших печках. Мы взяли Сишку и пошли выносить у них деревянный заборчик. Он здесь, на воде. Но он походу забрал все и убегает. Ну так и есть, он забрал и убежал. А что, так можно было? О, блин, это ты. И, к сожалению, в печках оказалось пусто. По приходу домой мы решили обустроить домик, так как мы понимали, что нас могут вот-вот зарейдить. Все, отличный дом у нас. Господи, что ты с домом сделал? Отличный, топовый, антирейдовый дом. Ага, я понял. Base by cheesy получается, да? Да. Зато теперь не страшно из дома выходить. Мы собирались бегать на космодром и по пути наткнулись на домик, который вызвал соплю. С открытой крышей. Конечно же, мы решили туда заглянуть. У меня две лестницы есть. Подходим к ним ближе? Я спускаюсь, да. Просто подожди меня чуть-чуть. На улице калашист. Я могу стрелять, либо я сейчас сдохну. Стреляй. Убил, убил его. Я возле коптера. Он с ЛРкой. Вот тут нам Сишка не помешала бы. У них один выход снизу. Типа наверх и наниз. Я его убил на крыше. Мне с блочки дали. Хорошо, я знаю, откуда с блочки дали, с заряженного дома. Убил типа. Убил. Хорошо. А, там еще один. Там взлетай. Килься, взлетай. Я всех убил. Я взлетел. Я взлетел. Скажи, что там Сишка. Нет, там нету. Окей, давай уходим отсюда. Блочку, блочку убей на лэпе. Забей, уходим отсюда. Заводи, заводи, улетай. У меня... Окей. Там двое, чувак. Я одного убил? Там двое за лэпом. Садись. Давай. И полетели. Тип в антираде. Впереди может СЛРки сбрить его. Я завис. На крыше. Блочник. Уходим. Давайте, пацаны. Это было неплохо. Да, это было красиво. Слева смотри. О, это наши любимчики. О, не отстроились. Давай лестницы скрафтим, придем опять к ним. Давай, давай, только коптер сейчас застроим. Можно на коптере к ним залететь вообще на крышу. Ах да, забыл сказать, тот коптер у нас угнали. И поэтому для этого я решил отстроить коптерную. Клановые игроки снова заправили печки, и мы взяли лестницы и решили к ним вернуться и посмотреть, что они там обустроили. Чисто два ниндзя идут. Ха-ха, воровать клановые печки. Полез, лезь на крышу. Ну не солома, смотри, они могут... Он на территории! Три хита дал. Справа, около дома. Справа за... Он забежал, он забежал, забежал. Все, окей, я хилюсь. Тут металла куча. Убил на крыше.
Залезай. Я на крыше. Убил. Хорошо, мне к тебе лезть? Сейчас броню заберу у него. Тут буров куча. Живой? Да, это я стрелял. Окей. Меня убили, чел. Убил. Можешь поднять меня. Я скажу, понимаю. Открыл дверь, выходит. Понимаю. Я отошел, меня может убить. Кто? На крыше. Блять, меня положил. На моем трупе. Он меня убил. Ой. Их оказалось там ну прям очень много. Но мы понимали, что это не последняя битва с этими ребятами. И вот знаете, иногда бывает, что тебе прям везет. Ты прям чувствуешь, что тебе везет, и тебе игра дает все, чего ты пожелаешь. Но это не про нас. Потому что дальше игра забрала все наши топ-сеты. И чтобы наладить экономику и вернуть нашу былую мощь, мы решили зарейдить несколько домиков. Ты все? 25 бобовок крафчу. Я так понимаю, ты решил все помочь скрафтить. Так, сейчас напевать песню не буду, потому что когда напеваю, всегда сосем. Бэйби шаркаем, туруруру, бэйби шаркаем, туруруру. Давай, ты две накидывай, я две. Давай, и последняя. Братуха, давай. Сейчас. Дзиньк. О, сишка. Хорош. Лепим дальше. Лепи, лепи сишку. Или нет, сочели, сишку. А потом сишку. Сочели, давай. Уходи. Лепи тоже. Сишку вяши. Сишку? Да, сишку вяши. Что там? Лутовая. Гантрап аккуратно. Нету. Шкаф. Они убегают. Да, вдвоем. Один минус фул. Хорошо. Ты живешь? Да. За мусорки, машина. Убили. 4 хит. Хорошо, я лежу. Меня сейчас медведь сожрет. Чувак, медведь сожрет. Блять, да еб... Че ты случай? Меня уб... Со временем мы познакомились с еще одними клановыми игроками. И вы не поверите, это были те самые ребята, у которых мы угнали коптер. В начале, помните? Металл база. Да, это они. Абдурозик меня покинул, и мне предстояло в соло пройти огромный путь, нафармить серы, изучить базуку и все в этом роде. И пока я копал серу, я увидел, как высаживаются фармилы на какой-то остров, и решил туда сбегать. Они на коптере дерево фармить сюда прилетели, что? Блин, конечно, потерять я могу много сейчас. Один мост строит, а другой фармит. Чего ему залетело только что? Goodbye. Easy. Так, что мы тогда делаем? Вот так и вот так. А еще я немножечко заапгрейдил наш домик. Меня вот интересует дом на P20. В принципе, я думаю, там изейший дом, прям супер изи. Надо скраб тратить. Осталось до базуки дойти, а там 1000 скрапа, наверное, надо. После я провел максимально выгодную сделку. Купил базуку за пару МПшек и прицел.
Thank you, bro, so much. Собрал все компоненты, которые мне были не нужны, переработал, ведь мне нужно было изучить базуку. Наконец-то я, наверное, зарежу типов на воде. Спасибо. Вы даже и не представляете, как я устал плавить все мои ресурсы, чтобы скрафтить ракеты. Это был кошмар. Ко мне присоединился Абдурозик, спустя несколько часов АФК крафта мы уже смогли отправиться рейдить клановый дом на воде. Фух, тут нету турелей. Они только на крыше? Да. Все, поехали? Да, раз, два, три. Гантроп. Один. Один по центру. Очень опасно. Ого. Чувак, это все за одной дверью? Тут гантрап обратно. Я сразу в топ-сет надену. Поехали дальше, МВК-дверь фастом. Пробил. Одна ракета. Сойди. Давай. Там еще гаражка. Тут ящики. Мне страшно смотреть. И они все наверху, скорее всего. Вот здесь есть сеты неплохие. О, посмотри, сколько скрапа. Ого. Да. В смысле? Я тебе сейчас скажу. Нам, походу, не хватает. Тут две гаражки, короче. Еще. Да ебаный канал. Я забыл. Сука. Где же шкаф? Это подъем. О, тут калаши. Ух, компоненты, ты видел сколько? Нет, не видел, но давай добахаем. Запали слева. И сейчас ты за черку кидаешь, да? Да, чувак, это вайт. Дерево. Нет, там двери больше. Гаражка. Так, 500 скрапа. Камень. Переносить лут пришлось очень долго. И когда мы возвращались на эту базу после очередного переноса, мы увидели, что там сидит какой-то челик с калашом. Я на крыше. Он турели включил, чел. Он улетел только что. Я его напугал. Он у меня. Он приземлился ко мне, я закидывал его гранатами, и как выяснилось позже, он там откис от турели. И мы наконец смогли добахать последнюю дверь и нашли шкаф. И тут... Взрывчатку мы тут не нашли, но мы нашли огромное количество ресурсов, которое нам было нужно. А еще мы зарейдили клановых игроков. Мы увидели то, что у клановых игроков стоят ветряки. И скрафтив лестницы, мы решили их уничтожить. Вы можете спросить, при чем тут лестницы? А я сейчас вам все покажу. Снизу турели. Хорош. Красиво. Идем к следующему. А это уже берданчик зашел. Минус ветряк. Хорош. Там чел снизу был. Я тебя сейчас заберу еще. Я его убил. Там турели офнули. Нет, живы турели. Ой, чувак. Минус.
улетаем. Давай. Пока у нас плавилась сера, мы решили скрафтить скоростные ракеты и наведаться к этому клану еще разочек. Одного убил. Я у них. Стой, живи. Да, я понял. Я одного взорвал, слышишь, снизу. Я видел еще одного, я сейчас взорву его. Я турель взрываю. Стой, не умирай, хилься. Я живой. Минус турель, там еще есть турели? Не знаю. На крыше одна, у меня больше нет ракеты. У меня есть. Нет турелей. Одна подо мной, вот смотри, слева. Вот это я хуйню сделал. Полную хуйню. Я тебя взорвал! Куда ты, блядь? Так, блядь. Да, это, конечно, эпик. Блядь, я стрелял. Сейчас я перелезу. С моей стороны, чел. Убил типа? Я нифига не вижу. Я дым закидываю, слышишь? Ага, я нифига не вижу! О, один на КД. Хорошо, я лечу. Я все контрю здесь. О май гуднес, брадерс! This Russian guy is so mad! This is Russian mafia, give me your sulfur and I go away! Give me your fucking sulfur, bitch! American boys, holy fuck, give me sulfur. Sentence, buddy. Holy. Sulfur, give me sulfur. Shut up. You are big farmer. Give me. Шарк пытался ко мне еще раз прилететь, но у него немножечко не получилось. Но зато он доставил коптер, на котором я мог бы свалить. Your buddy dead! Fucking noob! Я засмочил у них все двери, чтобы они меня не убили, и начал улетать. Noob. Nice suck my cock, man. You're mad, retard, shut up. Я выжил, но я коптер разбил. Но я покинул место происшествия, как бы, все. Они так сыковали меня, просто забей, они даже не выходили на крышу. И в этот момент мы поняли, что они пипеги, и мы их сможем выселить в онлайне. Но для этого нужно было накрафтить ракет. А пока ресурсы плавились, я бегал на всевозможные файты. Меня пытаются душить. Чувак, я только что 7 типов убил. Тупо изи, просто такую толпу зафигачил. Ха, кек. И вот только попробуйте сказать, что в соло в эту игру играть невозможно. Спустя 5 минут ко мне присоединился Шарк, и мы полетели взрывать клановую базу, где выбежало на меня 6 человек. Они поливали, прикинь! Ну тут есть порох. А все оставшееся время я фармил дерево, заправлял печки и крафтил ракетки, чтобы зарейдить тот большой дом. Тебя опять свет вырубил?
Да прибудет с нами Господь, Господь. Ну, 3 дня фармить, чтобы их зарейдить, это, конечно, серьезно. Так нам вот здесь на низ надо. А сейчас челики уже ждут вот стрелочные с базуками, понял? На скоростных. Да, и вот внутренний слой гантрапа. Гантрапов нет. Здесь куча ящиков. Тут куча всего открыта. Есть гантрапы, чувак. А сверху. Страшно. Тебя даже... Да. Я не тебя задамажил. Меня. Бах и дальше. Ну да, я сейчас влево. О, это МВК дверь. Тут ящики. Как мы выжили? Как выжили? Чувак, я нормально. Тут все открыто наверху. Да? Да, тут открыта центровина. Давай со скоростной еще бахнем. Ох, тут кожа, вот смотри, 1500 этого. Стой, сиди там, не двигайся. Сижу. Че ты сделал? Ты жив? Да нет, нет, зачем ты меня, ты прям меня ударил. Я думал, че ты... Че ты делаешь? Хватит меня ракетами стрелять на протяжении всего вайпа. Я думал, ты это... Господи. Ты под фундаментом, а ты здесь сидишь. Я говорю, под верстаком 1500... Ой, чувак, ну ты даешь, бля. А? Ты... Я не могу. Здорово. Здорово. Бля, говорит, сиди, говорит, сиди. Я сейчас ракету в тебе дам, посмотрим, есть good mode или нет. Я думал, ты под крышей сидишь, где ящики, понял? Я ж тебя не видел. Повезло. О, да, повезло, повезло. О, компонентов ты видел, Скика? Да. Ой, ты нормально вообще с разворота? О, ящики, здорово. Ну, чё-то говнится. Может, выше еще? Чё, походу, мы их тогда заморалили, помнишь? Они ходили и орали. Читеры, читеры. Походу, все бабахи их. А сколько здесь спальников? Сколько их тут живет? Знаешь, что я нашел в этом доме? 1500 пороха. Нормально. Ну, это. Ой, я ракету нашел. Нашел ракеты? Мы полностью продырявили этот домик, и лут нам в принципе уже был не нужен. У нас оставалась самая малость ракет, которую мы решили потратить на руфкемпера, который стрелял с элки. Вон оно стреляет, бегает по крыше. Где ты, чудо? А, чисти, добей его. Я ему голову дал, да? Готов. Давай, добахнем. Бахнем вниз. Руфкемпер щит, мен! Давай ниже бахнем. Давай, давай. В дальнюю гаражку. Ага. Вот он, чел, чел, он у меня вот здесь. Я у жив. Тебя, у тебя будет сейчас. Чел, он у меня за витриной стоит с калашом. Ага.
Вот и подошла история про Хасбика и Абдурозика к концу. Мы справились со своими противниками и надеюсь, вам понравился этот ролик. И передавайте большущий привет Шарку. Кстати, на его канале уже в скором времени выйдет еще один ролик, но уже с другого вайпа и совсем другая история. И там ролик будет не слабее этого. Обязательно к нему заходите. Передавайте ему приветик и оставляйте ему кодовую фразу, которую вы видите на своем экране. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.